Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости «Дома-2». Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры «Дома-2» на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Марина Африкантова интригует своих подписчиков. Она попросила прислать ей профили симпатичных, нормальных парней в Instagram. «Очень надо», – пишет она. Ольга Рапунцель повздорила с Сашей Артемовой. Ольга выбирала себе туфли на свадьбу, была очень довольна и сказала, что туфли у нее будут прямо как для Золушки. А Артемова написала: «Только у Золушки ножка 36, а не как у Коршуна». В ответ Артемова получила много негатива. Недавно Ольга закатила истерику обслуживающему персоналу в салоне Влада Кадони. Он заявил, что Рапунцель и Дмитренко стали первыми участниками телепроекта, кому вход в его салон закрыт навсегда. Иосиф Оганесян ответил на многочисленные вопросы, за что же он любит свою бусинку Сашу Черно. «Ее изюминка в том, что она не боится быть разной», – пишет он, – «и в этом есть загадка. А когда в девушке есть загадка, ее хочется добиваться». Если верить последним новостям с поляны, у Юлии Ефременковой проблемы со связками. У нее начал пропадать голос. Если она не будет слушать врачей и будет продолжать ежедневно кричать в эфирах, то ей грозит серьезная операция на связках. В недавнем эфире «Острова любви» Катя Жужа возмутила своих поклонников. Она пришла на лобное место в трусах. Возможно, это был купальник, поверх которого она накинула куртку. Но смотрелась так, как будто Жужа в спешке забыла надеть юбку. Как вы помните, Лиза Полыгалова после ссоры с Ваней Барсиковым успела найти себе другую квартиру. Теперь ребята помирились, и она возвращается обратно к Ване. Алексей Купин в очередной раз признался в любви к Майе Донцовой. Он написал, что Майя для него как наркотик, ее хочется постоянно постигать и растворяться в ней. Журнал «Дом-2» сообщил новость: Глеб Жемчугов хочет вернуться на проект к Лилии Читрару. Глеб и Лилия общаются в соцсетях, причем Жемчугов утверждает, что она первая написала ему. Вика Романец в шутливой форме в очередной раз опровергла слухи о своей беременности. «Я беременна 100%, в тройне родится через час. Кто хочет видеть роды, бегом-бегом в центральный роддом». Татьяна Кирилюк поделилась радостью, она купила двухкомнатную квартиру в Москве. «Купила двушечку», пишет она, «совершенно голенькую». Татьяна намекает потенциальным рекламодателям, что хорошо бы было сделать красивый ремонт в этой квартире. Ходят слухи, что Таню выгнали с проекта «Школа ревизора» на телеканале «Пятница» за испорченную репутацию. Несмотря на все старания Кирилюк, одну из ее фотосессий никак не могут забыть. Костя Иванов провел видеотрансляцию в Перископе. Он ответил на некоторые вопросы подписчиков. Он сказал, что Влад Кадони женственный гей, у него нет женщины на самом деле, это все прикрытие. Но как ведущий провокатор он великолепен. «А Гусев метросексуал», – сказал Костя. Костя с Сашей Гозиас не против бы вернуться на Дом-2, но пока не приглашают. Похоже, что в семье Менщиковых опять разлад. Поклонники были рады, что их любимчик Степа наконец-то остепенился и думает только о своей супруге и о детях. Но недавно Женя изменила ник в своем профиле на «Евгения не твоя» и написала: «Всегда можно начать все сначала». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.